Германия подводит итоги парламентских выборов. Ожидаемо победу одержала Ангела Меркель и ее фракция. И все же правящий блок показал худший результат за последние годы. А вот националисты влетели в Бундестаг, набрав 13% голосов. Мой коллега Алексей Волков о Германии после выборов. Нацисты вон из Германии. Такие крики на улицах Берлина в последний раз звучали в 45-м. Но ультраправая партия АДГ заставила вспомнить людей времена, когда Бундестаг называли Рейхстагом. 13% голосов набрала на выборах альтернатива для Германии. Теперь это третья сила в стране. Для других участников ЕС националисты в правительстве норма. Кстати, Ле Пен итоги понравились. Однако ФРГ случай особый. Вина за деяние Третьего Рейха у немцев – часть менталитета. И такой прорыв – тревожная реальность. Хотя ультраправые уже сегодня успели поделить кресло в парламенте, да так, что лидер АДГ Фрауке Петри ушла в отставку. Когда-то немецкий парламент значил многое, и мы вернем ему главенствующую роль. Можете рассчитывать на нас. И, друзья мои, запомните, наша борьба лишь началась. ХДС сделает все, чтобы загнать нас в угол. Мы не позволим. Меркелева победа. Виктория на выборах осталась за железной фрау 33%. Это худший показатель для Христианско-демократического союза за долгие годы. Вдобавок отпочковались из коалиции социал-демократы. Теперь они самый мощный соперник Меркель-сотоварищ в Бундестаге. Это сокрушительный день для немецкой демократии. Мы не достигли цели кампании. Федеральные выборы проиграны, но у нас остались принципы. За них мы и будем бороться. Уже известно, что канцлерин не справится одна в правительстве. Нужна коалиция. И тут судьба сыграла злую шутку. Вероятнее всего, альянс будет состоять из трех цветов. Партия Меркель черный, зеленые тут понятно, и, наконец, желтые либералы. Получается флаг Ямайки, крайне противоречивая схема, ведь все участники потенциального триумвирата – традиционные соперники. Но Меркель верит и просит верить остальных. Следующие недели будут непростыми. Наш христианско-демократический альянс в очередной раз взял на себя ответственность за управление страной. Народ нас поддержал, а мы предложим стране правильные и важные решения. Получается, что совершенно ровная и попросту скучная избирательная кампания дала вполне взрывной результат. Националисты объявили охоту на канцлера. Лидеры АДГ угрожают Меркель уголовным делом за политику открытых дверей. Алексей Волков, телекомпания СТВ.